Всем привет, вы на канале Wild Fox, и да, вы долго ждали моего возвращения, и вот наконец-то я вернулась. Вообще, это видео должно было выйти еще в понедельник, но выходит сейчас, ну, потому что так получилось. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим насчет секретного босса в Австралии, есть ли он там вообще, нету, будет ли он там и так далее. Итак, наверняка у других блогеров вы уже видели видео на эту тему, и я решила тренды, так сказать, не отставать, поэтому я тоже хочу снять видео на эту тему, и, в общем, давайте рассуждать. Итак, с чего же это все пошло? Скорее всего, это пошло с того, что уже в двух локациях подряд, напомню, Китай и Египет, есть секретные боссы. Если что, в других старых локациях их никогда не было, и я думаю, уже не будет. Поэтому, раз уже в двух локациях есть секретные боссы, то игрокам, скорее всего, свойственно предполагать то, что почему бы этому секретному боссу не быть еще в одной локации. И ведь его могут добавить в любой момент, потому что, как мне известно, в Китае его добавили не сразу. В Австралии есть несколько хороших мест для секретного босса, их мы сейчас с вами тоже обязательно разберем. Но перед этим скажу то, что секретные боссы, если они и будут, то они, скорее всего, будут либо там в скалах засекречены, либо в каких-то горах, либо где-то еще. Итак, давайте разбирать места, где может появиться секретный босс в Австралии. Для начала давайте откроем карту, чтобы визуально было легче смотреть. Рядом с домом место, конечно, хорошее для секретного босса, но я не думаю, что разрабы его туда добавят, хотя место хорошее. Вот здесь вот, я не знаю, как это назвать, хорошее место было бы для обычного босса, но не для секретного. Вот в этих, насчет этих холмов, или вот, ну как их назвать, короче говоря, где водопад. Здесь его вряд ли добавить, потому что сами эти... ну, холмы, или как их назвать, очень низкие, и я думаю, то, что туда босс не поместится, и будет смотреться некрасиво. Насчет вот этой центральной скалы, здесь много всяких волнистых линий, что очень хорошо, и может затруднить поиски этого секретного босса, что еще интереснее. Но тогда можно сказать, что не будут же добавлять в каждую волнистую скалу всяких секретных боссов и так далее. Конечно же нет, так что давайте оббежим эту скалу и поищем места, где неплохое было бы место для босса. Вот здесь рядом с деревом очень место хорошее, потому что, ну типа пометочка такая. Сейчас я вам покажу еще одно очень хорошее место, где тоже может быть этот босс. Итак, вот оно. Здесь как бы тоже есть своеобразная такая пометочка в виде растений. И вот здесь вот очень идеальное место такое для босса. Как бы его сюда вполне могут добавить, если его, конечно, будут добавлять. Как бы одно из мест претендентов есть. Я думаю, на скале это и не стоит сильно так задерживаться, поэтому погнали в другие скалы смотреть. Также в Австралии мне очень нравится вот этот лабиринт из больших камней, скал, или как это назвать. В общем, сюда, в принципе, тоже могут добавить секретного босса, но здесь единственный минус, нет такого вот прям главного места запоминающегося, потому что здесь вот, ну, реально сплошные лабиринты. Искать будет сложно, но это в то же время и хорошо. Но вот эти полосатые скалы мне нравятся в два раза больше, и там я сейчас покажу вам одно место, куда бы 100% добавила бы босса, если бы была разработчиком. Итак, нам нужно пробежать прямо от предыдущих скал, и вот здесь просто идеальное место, согласитесь. Конечно, здесь немного узко, и вся семья будет лагать, конечно, но место очень классное. Или если вы будете играть в прятки с кем-то онлайн, то тоже вам как вариант спрятаться. Но вообще, скорее всего, для босса это место не подходит. Самое подходящее место, я думаю, в центральной скале, где дерево, либо же где растения, вот, которые я вам показывала в начале. А возможно, из-за догадок игроков, разработчики не будут добавлять в Австралию секретного босса, либо же добавят его чуть позже, чтобы сделать такой сюрприз. Но возможно, наши прогнозы сбудутся, и нам будет пора на битву экстрасенсов. В любом случае, два секретных босса в двух локациях, это еще точно не предел, и разработчики 100% еще будут их добавлять, а вот куда, это уже вопрос другой. Ну а на этом все, пишите ваше мнение по поводу... секретного босса в Австралии. Как вы думаете, будут его там добавлять или же нет? И всем пока!